Всем привет! Это Foodstorm и мы, Антон Романов и Игорь Феоктистов. Сегодня мы покажем, как приготовить самый актуальный в жаркую погоду суп-окрошку. Но готовить самый обычный и привычный всем вариант нам было неинтересно, ведь такой рецепт вы можете найти где угодно. Взял стандартные ингредиенты, нарезал, залил квасом или кефиром и готово. Мы же решили пофантазировать и приготовили окрошку по-мексикански. Получилось очень круто. Всем рекомендуем попробовать и поделиться с нами своими впечатлениями. Итак, нам понадобится консервированная кукуруза, стручковая фасоль. Ее предварительно ошпариваем в кипятке, чтобы раскрыть цвет. Запеченная куриная грудка. Маринад очень простой. Соль, перец и оливковое масло. Но можно также использовать мексиканские специи, например, фахита. И красный болгарский перец для лучшей палитры красок. Все ингредиенты нарезаем мелко кубиком, как для обычной окрошки. Все смешиваем в миске и переходим к приготовлению жидкой части. Для нее берем йогурт, жирность на ваше усмотрение, мелко рубленную кинзу, чили перец, остроту регулируем по своему вкусу, можно вообще без него, цедру лайма для аромата, сок лайма, перец и соль. Все это хорошо перемешиваем и даем настояться 30 минут. Перед тем, как налить соус в тарелку, разбавляем его газированной водой. Это сделает наше блюдо еще более летним и легким. Для украшения нашей окрошки используем авокадо. Разрезаем, удаляем косточку, очищаем и нарезаем красивыми ломтиками. Вот и все. Переходим к оформлению. Выкладываем начинку. Наливаем соус, украшаем авокадо и листиками кинзы. На приготовление этого блюда у нас ушло чуть больше 30 минут, и наслаждались мы им в течение всего съемочного дня. В комментариях пишите свои необычные варианты окрошки, или, возможно, вам где-то посчастливилось попробовать какую-то оригинальную версию. Это был Foodstorm, Антон Романов и Игорь Феоктистов. Всем пока!